Так, Дима поехал. Да, да. Двери штурмана пилота. Десять минут до финиша. Сейчас будет экшен. Облегчают машину, да, или что они делают? А, не, сантраки. Серега, точнее. А чё Леня так не поехал? Да, тебе контента не было. Ну да, да, Леня, он, блин, думает о нас вообще человек просто. Все время. Кто, Леня? Строят мост. Давай по чуть-чуть. Павло мочи, говорит. Сколько раз он за сегодня? Один раз на морде стоял, один раз на боку лежал, два раза. Интересно, на раз, интересно, где он попал. Отходи, а то он куда будет ходить. Серега. А чуть не бойся, отпускай. Опа! Сейчас будет экшен. Давай, вперед! Нормально лебедка, давай. Вот так. Димон может. Димон, только вперед! Я понял. Блин, тут как-то скользко реально. Реально текай. Скользко. Ну текай, ру! Жесткий, да? Что ж такое, твою? Сейчас по шляху получишь. Давай, давай, давай. Сережка, осторожно. А кто ж нервничает? Идете на победу, давай. Не знаю. Такого времени еще не против попал. Стоим, 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 стоим. Ничего не крути. Что ж там так долго? Вывернемся сейчас.
Ого, куда он пошел? Куда он цепляет? Куда он цепляет? Куда-то пошел. Пошел на Чернигов. Ох, елки, ушел. Ушел человек. Ушел с трассы. Не, живой есть. Какой вечер красивый сегодня. Серега, живой? Не, что-то копошится там еще. Сейчас все играют. Так тихо идет этот жесткий штурм. Сыграет сейчас. Идем, обойдем. Бедная машина, елки-палки. Как ей тяжело, ого. Не, виной по центральной дороге. Че здесь? А? Дима, Дима, колесо, Дима, колесо! Ёханы бабай, что ты делаешь? На траке, да, поедет. Стоп! На советчике все на эхо, блядь, на площадь. О, это серьезный. По идее, так и съедет нормально. Главное, не задавить. Две минуты, пацаны, давай, две минуты, еще успеваете. Нет, так они выехали позже. Они заехали, быстро снимали. У них время 5:50. Куда руль? Можно, да? Куда руль? Гон туда! Дай назад! Назад сдай! Да он сам крутится. Слышишь, мне кажется, после финиша он штурмана пристрелит. Да? Руль сюда крути! Без колес, лебедка и руль крутит. Пристрелит в любом случае. Отпустили беду. Да, да? Поджигай. Сколько ты не взял участка? Этот не успели, да? Как же вы так? Я лучшее время без пенализации. Да? Не лучшее там, ну, хорошее, да? Лучшее, да? В нашем классе лучше, на кижах лучше прыгать. Еще крути влево. Стоп, стоп, вот туда руль. Передачи, передачи на круг. Руля, вот, давай. Давай, 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 давай. Что с тем рулем, его куда-то крутит все время. Покрутила его жизнь, блин. Колеса! Бородач, я не упаду, если тут побегу? Скользко. Хорош.
Да, Toyota как тут красиво проехала. Спасибо, Ленечка. Спасибо, дорогой. Что, зарплату уже? Зарплату уже пора платить. Ну, что-то будем решать сейчас. Экшен у тебя сегодня такие. Третий он, правда, не заснял, не успел. А третий где был? На вот том, на спецучастке, за третьим. Я перевернулся на эту. А, то есть ты не сюда направил? Леня, у нас... Нет, он не переворот. Ну, конечно. Дима, 5 минут осталось. Я тогда Руслана послушал, как он сказал, на задний. Я говорю, куда на задний, вперед. Я тупо вперед, вот так вот и вперед. А? Когда едешь вперед. А? Колеса? Колеса. Вот так и дубай, вот. Давай, давай. Левее руль. Да. Зеркало отпало, елки. Зеркало решило отстегнуть. Зеркало не выдержало. Давай, Димон, еще можно успеть. Димон, давай. Димон, жги. 4 минуты где-то еще. Димон решил пройти сушку по красоте и спить сегодняшний день, да? Да. Иди сюда, я пойти не могу. Ну, день может давай, давай, мотай. Может, тренируйся все равно. Так можно было знать 15 кВт. Да. Я так понимаю, что не на что. Не, не на что, да. И сразу входом туда, Димон. Нива едет, красавчик. Давай, 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 ходу. Подровняй, подровняй, Дима, подровняй. Какой-то бугай пробежал, видел в камуфляже? Димон, что началось? Давай уже езжай. Димон, елки. Смотрите, что Шевроле Нива это. Давай вот сюда. Отойди отсюда. Держи социальную дистанцию. А, активно тут как? Давай, вот так, пошел. Да, 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 пошел, да, пошел, да. Пошел, 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 пошел. А, тут же еще один подъем. Основная горка здесь. Что-то уже тяжело. Но поборолся все равно красиво. Вроде безнадежно все казалось. Все, дисквалификация. Корнет до 5 надо сдать был. Вездеход кричит, что сдали корнет. А как они без корнета тут едут? Не знаю. Они стартанули, а потом сдали, наверное. Так, непонятки с правилами. Я на брифинг не успел, но сказали, что до 5 надо всем сдать корнеты. И до 5 спецучастки открыты. Немножко как-то неправильно, но спорят там ребята. Вообще надо с запасом все это делать. Времени 7 часов открыты. Не так много тут. 5 или
6 спецучастков. 7 часов времени достаточно, в принципе. Многие не успели на этот спецучасток. Многие ждали, пока сравняют, пока это. Ну, не надо ничего ждать, надо ехать. И все брать. Да ты бы такие плиты нес бы вот так на плече. Да я просто им рассказываю. Вы брали, края обрезали. А так бы не. На корнете собери подпись. Да сзади на корнете собирай и все, да. Я просто в прошлый раз вот так приняли. Ну что тут происходит, Саня? Что? Ну, что, не хотят у троих принимать корнет, потому что типа не сдали его до 5. А прописано, что до 5. Прописано закрытие спецучастков до 5. Но не сдача, ну, да, корнета. Ну да, не может быть закрытие и сдача одновременно. Как-то странно. Сдача корнета было время. Да, за день снежок подтаял, где-то раскатали. Хороший день был, конечно. Рубилово знатное. Трассы четкие. Праздник оффроуда состоялся. Посмотрите, это уже разъехались. Такое движение давно я такого не помню. БХ-7 на месте.